Всем привет, друзья, вместе канал. Сегодня буду играть в игру. Там все звучит. Там все делаем на карте. Бухал его, ребята. То есть обзор такой карты. Ну вот. У нас наш УАЗик стоит. Такой вот довольно красивый. Такой у него есть в УАЗике. Рабочий. О, ребят, мы сейчас поедем. Тут косогончик прыгнем, прикольненький. Тут все как надо. Ну вот так. Сейчас проверим побыстрее. Вот это у нас что такое? Ты что не знаешь, что такое? Да? Что такое? Нужен даже стоянка для всего этого. Нужен прямо все время. Вот где-то у меня. Выглядит еще все. Как тут не поедем? Уже прям как поедемся тогда. Сейчас прям когда поедем, побыстрее. Посмотрим, что здесь тут красота. Прикольно. Да, красивая бухала. Вот. Такая вот красота у нас тут. Довольно красивая. Открывается капушка. Гараж. Что? Короче. Гараж ставить машину. Вот сверху всех. Тут тоже гараж. Вот тут гараж. Как всегда. Без этого не надо обойтись. Тоже гарантия. Бога выбирает гарантия. Держать на бойки. Подгаражами на бойки пока. Кстати, там вот у меня наверху такой стоит. Я погнал. Обзор такой будет короткий довольно. Посмотрим, как что, как карта, как что. А ты писал достойно. Интересного есть такого. Довольно. Что? Не помогу там.
Вот и батя пришел. Что же? Сейчас поедем в это выпуск, наверное, какой-то элеватор древний. Что? Ну, наверное. Наверное, это выпуск, скажем, либо элеватор или что-нибудь. Какой-то сложный компьютер. Это какой-то лептоп. Не столь, лептоп. 500, должен быть, да? 599 из 600 евро. Довольно дорогое. Медиафорс GTX. Медиафорс GTX 40M. Такая средняя карта. Это 4,5%. С удовольствием. Немного ватер. Заправка. Так, стой, стой, стой. Вот, да, будет. Это не может посмотреть. Заправка, заправка. Это тут куда бывает, наверное, тут. Хоть не знаю. Тут не пою. Слышите меня хорошо, потому что такая проблема мне возникла. У меня этот микрофон выключить стандартный, потому что компьютер сейчас новым стоит. Компьютер выпущен сами 2015 года. И в нем стоит такая... Давай не будем просто плачать, это будем бухало. Сейчас, мы кому-то говорим, что это с чем-то. Чтобы просто мы заедем, да, мы поедем, что не разглядим, и проводим. Он будет там пропуск. Да, это был бы быстрый, опять. Давай, да. Давай. Офигеть просто вот. И в болоте целый сразу. Вот тут поехали. Давай. А ну его нафиг. Ну и грязь. Гибель такая. А здесь того, конечно. Грязь такая тебе будет и будет. Куда удалить? Здесь просто что-то нет. Нечто. Помню, помышку, обидеть еду. Давайте, пусть это такое. Что помыть, как его помою? Ёлая. Вообще смотрит. Что-то нечто, что творится. Нечто. Что не знаю, где выйдет, снять или выйдет. Если так плохо будет. И что-то строится. Ты когда поехал, что он будет грязь какой-то. Грязь. Что считаешь, что будет грязь? Тачка, техника, что ли будет? Долго так не наедешь, блядь. Тачка, кухачка, если у тебя. И у меня будет. Два. Нет, нет, да. Ну нет. Ё-моё. Давай налазить, ты можешь, да. Ты запор не принял. Бос болот. В этой. Ты бы нечто. Что-то нечто. Что-то с нечтой. Ну так сразу сказать. Это что такое? Это куры наши тут живут, что ли? Где-то тут вот в этой дворах. Там курина же в этом месте. Хорошо, едем. Пабум. Так грязно, это просто что-то нечто. Это теплички где-то стоят в деревне, то есть все это. Это грязный форс сразу сделаю. Кидаю, что вот там у нас. Так, не надо сейчас. Просто видишь, как грязно. А ну его нафиг. Ой-ой-ой. Эй, посмотрите. Я тебя выскочу. Еще как-нибудь. 80, идем. Так. Все. Нечто, нечто, нечто. Может быть это стримы? И еще у меня проблема, надо назвать микрофоны. Да, это кто-то. Это дерево надо кидать, наверное.
продавать, то есть деревья. Дальше это понятно, это поезд, типа мчался поезд. Кокочка помашем, деревья, пожалуйста, деревья сдал, пожалуйста, помашем, помашем платочком. Платочком еще. Дальше смотрим. Да, наверное, деревья тут продавать, доски всякие. Как и синие. Сейчас дальше продаем. Это что, не знаю, сколько продавать. Доски, наверное. Тоже, по-моему. По-моему, много всего надо давать. Чтобы не загрязнялось, потому что это нечто будет. Сколько техника по имени. Плохо застряли. Вон я глянул. Там в складе тоже какие-то склады. Надо будет все узнавать там. Я встретил людей, буду поздно. Выгрузка, да? Где продавай, что? Узнаем. Будем говорить, узнаем. Так, что мы не знали, не знали. Не знали. Так, ну, я не больше не открывается все. Вот. Позвоним дальше сейчас. Да, вот. С микрофоном много. Не смотрите, что микрофон мне не слышно. Не слышно. Опа, это классно. Супер. Что такое? Это охранник сидит. Кому? Кому говорю? Кому говорю? Кому говорю? Смотри, это просто нечто. Он грязный, просто застряли между рукой, застряли. Да, шибись просто. Сейчас я лобовую. А это какая-то подключенная, наверное. Всякая тут. Окна все сделаны, тут компьютер стоит. И он Samsung, наверное, компьютер. Не знаю, могут быть так, не знаю, это иностранных хуя стоит. Все, да, там нужно ехать дальше. Понял. Карта Бухарова достойная, тут очень грязненько. Тут без этого Бухарова не достранешь. Как и Николай такой, ну, надо создать такой адрес. Сон, что они будут. Сейчас поедем. Конец, это конец как бы. Да, так, опять есть специальность какая-то. Опять ебаша прямо. Не знаю, он. Что ты? Как не знаю кто. Поуедет. Вот. Карта все красивая, много болот. Видишь, потом такой будет грязный, как мой. Класс. Я знаю, потом будешь такой. Тут дома живут люди всякие. Понятно. Ну вот и такая красота. Это открывается надо. Вот, смотрите, это склад какой-то. Даже не знаю, такой-то склад. Я по своему опыту знаю, сейчас побежим, посмотрим, что такое. Создавать что-то. Узнаем, что это такое вообще. Кстати, если вы не слышно на этом видео, нам не придется микрофон комнату доставить, потому что сам микрофон не работает вообще. Особенно Windows 10 стоит. Все. Вы даже не прикачиваете. Ты куда? Ставлю еще программу. Смешно делать. Катя мог сразу поехать и так сделать. Карта небольшая, конечно. Так. Сейчас тут заскочим. По-быстренькому посмотрим, что тут такое творится. Сейчас. Опять это зарплата. И ничем не отвечает. Потому что нет, типа грязный уже.
Блин, похолодануло. Вот такой зеленый. О, что, что самое мне интересное. Так. Картошка. Свекла, по-моему, да. Вот что самое интересное. Как что здесь такое. Град, ну смотри, да. Ну вот. Да, вот это. Вот, ребята, вот это potato, это картошка, по-моему. Фига, видите, тут подойдем, чтобы посмотреть, так, это вода нужна, всякая фигня, то есть всякая фигня. Так, такая мешалка интересная довольно. Интересно, интересно. Это мотор, двигатель всякий. Вода, тут вода сыпется. Из кого сыпется? Льется будет, сыпется. Вообще. Ошибись. Тут тоже вода, наверное, как понимаешь. Колодец, проблема. Это потейто и это. Картофель и свекла. Я знаю. Так, я вам дальше вижу. Вообще интересная вещь это такая. Надо привести тут много, что вода, а потом это все. Химия, то есть, называем. Тут дома стоят всякие. Как можно быть, я куда не поеду. Ну вот, сейчас. Пойдет человек. Приехал к вам, я не знаю. Там именно мэр. Мэр, это деревья. Дом стоит, гаражи, чьи-то, наверное, из деревни гаражи, людей, железные. А тут вот это стоит. Деревенские такие дороги. Вот, что мне начинается. Это свиньи. Свиньи, ваши любимые. Свиньи. Тут, значит, мы кормёжкой им сыпем в этот картофель. Это... Вода ли вам тут? Так. Вот надо. Это мне надо как просто классно надо было открывать. Не надо. Сразу нужно такая говорить, если просто не какие-то. У нас тоже 0 семей. Это понятно, я пока не покупаю. Надеюсь, что будем начинать эту игру играть. Эту, то есть игру в карту бухалу. Очень прекрасно. Болото мне не то, что. Минусы. Тоже есть минусы. Да все нормально. Вот тут дофига будет. Капля такая средняя, не могу сказать, что она вообще маленькая такая. Вот так. Поля очень большие. Да, да, да. Ах, ну блин. Давай, давай. Да, родимая. Ой-ой-ой-ой. Как соборная Россия, блин. На собой в России ты делал этот рак. Похоже, мост такой здесь приезжал. Кто приезжал, это знаю. На поле опять, на поле. Это неплохой лук. Какой четвертого поля. Покосить трубу. Почему и нет? Так плохо. Неплохой, не нравится лук такой. Вот вывоз его. Собирать. А кому собирать? Я пока здесь не привезли, ставлю эту технику. Давай! Ты же можешь пройти везде. Ты же не молодец. Так. Так, сейчас поедем тут. По быстренькому. Это что такое вообще? Какая-то стоянка, по-моему.
Опа, Эдисон. Так, двигай. Надо такой шофер хороший делать. Ой, заехал. Ну ладно. Не очень могу сказать так даже. Я точно много места об этом занимал, потому что это, ну, может по дороге. Даже на уроке будет 2015 года. Главное щит. Наверное, щит не чуть, потому что очень большая двойная нагрузка на процессор, сам на компьютер. И на ультрастоле не было. Постой, выше на слой, и все у меня хватает. Так. Это что такое? Это зеленый. Аливатор. Я понимаю. Фу. Это сиру, да, продавать надо. Это между 8 и 5 полем, да. Это сиру продавать надо. Тут сыпем сиру. Ого, какая большая. А ну нафиг. Это да. Это зашибись, какая большая. Сколько. Надо бить, отвести, чтобы полный ям набить. Ну себе, офигеть мне сказать, да. Сиос подается в этом месте. Как всегда. Стандартно сделано. Не совсем. Ну что же, старая такая бочка некрасивая. Некрасивая бочка такая старая. Скорее подошла. Так, мотивы туда ездят. А ну его. Не зашли. Эй, 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 эй. Сейчас пойдем. Помню залезть. Так, ну прикольно. Неплохо. Что больше очень красивая, старая. Тут же бухава будет много делать. Бухать слово. Кому-то надо. Кто радует? Что где надо вот это делать? Его не надо, да. Тут опять домики всякие. Такая. Валь. Кто-то нам там-то посмотрели. А, да. Надо с ним посмотрели на рыбухи продавать. Это надо ехать перейти как я буду. Ой-ой-ой. Ай! Я хочу взлетим. Здесь маленькие чушки. Еще не все. Скажем так. Еще не все посмотрели. Они были рядом. Смотрели, досмотрели. Зон такой интересный довольно. Может, сейчас летим, думал. Зашибить было бы. Это вот стоит техника, это стоянка техники. Такая вот котенка красивая. Прям смотрим, ну, такое интересное. Рыбы, коровы там еще есть. Мы досмотрели, потому что мы тут еще не смотрели. Сейчас помчимся, скорость включим. Понятно, это не так. Вот, да, это песок, наверное, да. Это, то есть не песок, это песок, да. Ну, ты вообще подъезжаешь к этому, как много как это есть. Подъезжаешь, в принципе. Ну, тебя сыпет песок, и там этот, ну, друг как в воду. Так. Рычаги такие, как делают. Тут всякие такие, копают, молоток, парень, как работает, как парень. Сейчас мы зайдем пока. Ну давай, нет, я умею. Заходи, да, я упал. Ну, на самом деле, это лоба не копает. Ты мог бы понять, ваша задача приехать встать, на выезде поехали самосовы. Так, рыба. Так, сейчас еду на рыбу. Смотри, где она тут вообще есть. Наша рыба. Как, видите, как интересно, как будто лес, поезжаешь в лес. Это вот рыба, видите. А вот пруды такие есть. На прудах эти, сейчас вам покажу, в чем дело. На этих прудах, ребята.
Ну вот такие пруды у нас. Такие. Да, это рыба тут. Что делать? Тут летит. Тема рыба. Короче. Для техники, по-моему. Ставить технику, которая еще ставит там рыбаков. Это уже. Я буду тоже на рыбу заниматься. Посмотрим, это, как это все. Обстоятельно. Стояк, что он будет. Разончик. Ну, у вас это вообще тут страшно. Для рыбы тут. Какая красота, смотрите, только. О, это просто зашибись. А вот рыба. Тут, по-моему, забыли. Как я понимаю. Потом уезжаешь, и тебе вот тут рыбу загружать, по-моему. Нажимаешь, он сам берется. Рыба загружает, и ты поехал дальше. Задаешь. Подольше здесь помыться. Много отпочемся. Уезжать подумал на выставку. Ты глубоко не заедешь. Люди тут подъезжать. Загружаюсь. Там, наверное. Там будет, наверное. Поэтому я показываю. Я поехал. Специальная бочка. Хотя даже боков, наверное, вот лодка стоит. Тут боков, наверное, боков здесь сразу. Тут сидит, как сила. Какая глубина, не представляете вообще. Не представляю. Там да, рыбина, лодка тоже какая-то. Рыбу поехал. Я взял. Тоже рыбаков, лодочка стоит. Довольно интересно делать. Так компактично. Дальше сейчас мы едем по-быстрому. Не, красиво такие пруды. Пруды такие сделаны. Рыбу делал ловить. Не, это как бы прудики. Это не озеро. Вот, кстати, даже так. Также это не бывает, что озеро бывает много. Это прудики такие маленькие, небольшие. Большие, большие. И вот это сердца такие, озеро такие, наверное, озеро. Будет забывшись, вот это прудик. Вот и не поедешь. Вот сделано. Хитро. Ага, проедешь. Ты хотел? Объезжай. Тебе надо тут проехать. Правильно? Сейчас идем с ним. Очень. Это. Это, наверное, ой, озеро такие маленькие, надо больше, такие поменьше делать. Чтобы канализация там идет. Я сныряю. Покупаться хорошо. Чистая водичка такая. Да, сейчас, ребята, идем. Дальше поехали. Хватит и дальше. Что мы типа будет? Так. Нет, я не могу наебаться этим красотой. Полудин, куда мы эти. То есть, озеро мы эти. Не могу никак налюбоваться. Мне нравится. Сейчас, когда это позовешь. Вот. Ой. Вот коровник наш, наконец-то нашли, пока доехали до него. Потом будем искать покороче, будем искать. Так, тут не открывается, тут фига не знаю, что такое. Смотрите, посмотрим по-быстрому. Вот коровник стоят, красавец наш. Вот тут, непонятно. Выгружать, покушать, ням-ням-ням-ням. Нашу любимую корову, думаю. Так, все, дальше идем. Ну, застрял. Зашибись, ну. Тут все фильмы. Тут Сивас. Сивасная яма стоит. Дальше идем, смотрим. Так, это. Старше. Что за фигня? Чуть лежат что-то. Это наши теленки, это коровы тут где-то. Ну все, коровники. Всякие теленки, коровники. Всякая фигня. Да, запрыгнули.
все знали, что тут колонны на него есть, то есть колонны. УАЗ. Так, опять не знаю, деревня. Суперская. Конечно, деревня, по-моему. Посмотрим, там деревья, знаешь, что. Вот. Тоже ух, не походит, посмотрел сейчас. Это что такое вообще? Это солом, что ли, продавается тут? По-моему. Может, солом продавать. Так понимаю. Ой, не плохой лук, косит траву. Видите, какой сделан. Вот так откосит нормально. Да, это вот, вот наши маленькие челенки. Крысиные челенки. Вот, ребята, видите, как красиво. Дальше двигается в путь. Смотрите. Так, в воде подъезжает. На рыбалочку или там как. И просто отдохнуть. Там помыться. Везде болото, а просто какой-то ужас. Честно говоря, познаюсь. Я называется Бухалова. Тут я на ней досмотрели. Типа так придумали. За дорогим пьяные сидят, смотрят, пьют. Не знаю, бухал. Бля, это нечто. Давай, запланкрирован. Что я делаю? Что это какое-то нечто? Ну, короче, коробники вот это, коробники. Сейчас, ребята, не башка, просто на бедке мост. Что я так езжу? Уже на березку заеду. Все, ребята. Карта очень красивая, сладкая. Тут лес можно рубить, лес можно садить, убить. Много очень сил можно заниматься на этой карте. Много дорог есть, можно попасть с тобой дорогой, по-моему. Надо где-то ведет тебя, в деревне или где. А либо такой короткий обзор. Ну, конечно, кроме болот долбанных. Да, да, конечно, этих болот долбанных. Буксую. Хорошо, что такой шивапс выбрал я. Без вроде как это затяг давно. А сегодня. Ну что? Задумался. Вот, смотрите, это было удивительно, когда здесь разговаривались. Вот такие вот разговаривали, красивые. Металлические пути, страшные люди. Металл называется Бухалова. Бухалова. Я? Там. Где? Ой-ой-ой-ой-ой, дорога, не знаю. Вообще, дорога такая довольно тяжелая.
все-таки нормально, тяжелый. Вот. Шевелый. Блин. Что делать? Куда заехал? Зашибись, смотрите. Ну и обзор. Почему я затягивал на закрывание этой карты? Глядел в него. Пьяные спят. Ты назвали Бухалова. Ладно, не точка. Бухалов мук, хо. Сейчас тебе на фильм отплавлю. Оп, оп. Да. Сейчас помоем. Помоечку. Красивая техника выглядит, потому что не люблю, как некрасиво это море наше продается. Точно такое дальше. Так, и ту помочку. Ну, очень тоже такая будет. Без этого. Я, по-моему, такая вам мочка надо будет стоять, ребята, универсальная. Да потом, да просто, сейчас не будем, сейчас мы не знаем, просто обзор делаем. Помню все равно, что мне так не красиво где-то. Это все, что было. О, сейчас на глазах здесь отбелеет лазит. Колесико, она полностью все вынес. Очень как-то тяжело, все так грязно это будет. Так я буду потом скриншот делать. А тут лазит. Он такой грязный. Наш обзор. Это... Нет, наш недовольный. Почему с ним шоры спросили, что это? Если чисто, то он как... Как кот. Фух. Помыл. Моечка наша красивая. О, другое дело, ну вот, другое дело, не совсем. Лучше смотрится вот. Вообще, красивее как-то сделать. Точно, по могу показать, показывают. Довольно круто, крутят такой. Парда, пару модернизируется. Хочет. Можно с парой, скоро, если там стена перейдет, очень много там. Вот, ну вот, да, ребята, сейчас. Сейчас. Это звучит. Есть надо, сейчас пойду, ребята. Что, ребята, на этом будем, ребята, заканчивать, ребята. Увидимся только себе в должен. Всем пока. Всем пока!